Вот троллинг фрегата. Мы можем сейчас фрегата еще туда придумать. Против одной эсминца он решил. У него шансы высокие. Ну, видимо, он имеется в виду, что один корабль вышел. Ну, желательно сохранить, уже там долго. Как бы не выиграл. Ну, уже раз выиграли его. Главное, что она брала тут. Термоядер. Нету тут туманайзера. Туманайзер тоже денег. Ну, если его достанет, тогда... Не надо, чтоб этот дистанцию разорвал. Ну, может его достать? Да, может. Вот раз. Куда он его перебил? Сюда. А этот может попытаться противоходную параллель туда. Сзади. Бомба не показала этот бомб. Если он там маневрирует. Где наш? Видимо, он сожрал его втихаря, компьютер. Ну, крут как крейсер, что-то ничем пока не помогает. Которых он сделал. Ой, 24. Дура. Ну еще пол фрегата разбило. Но он остановится от тот. Эффективность обороны высокая, но он один. Но типа в полтора раза более. Ну, он мог хлопнуть, я тут исчез, у нас когда стрелялся, еще и торпеда взялась. Но с торпедой произведены. Типа секретная какая-то.
Ну, от один залп одного. Добивание. А что предлагаешь? Уникальный талант маскировки по других дорогам. Надо свич. Либо подключатель. Типа мультиплекс. Мультиплекс. Ну, вероятность появления лидеров плюс 20%. Ну, может что-то другое дать развить, по идее, эти. У нас лидеры почти не появляются, но нету выбора. И у нас лидер один, гайки ему пришли, только, ну, типа, компенсирует. Ну, компенсирует не умение, а то, что он, вероятность своих лидеров. Ну, сам лидера типа развивает. А, свой этаж, чтобы управлять колонией. Посредничество в сделках между группировками. Посредник, визор.